Девятая серия турецкого сериала «Моя левая сторона» выйдет на экраны Турции 27 января. В этой серии мы увидим следующее событие. Бурак сильно злится на своего отца, ведь он оставил его без денег и считает, что таким образом сможет перевоспитать своего сына. Только Бурак готов все выдержать, и как только он сам встанет на ноги, то больше никогда не обратится за помощью к своему отцу. Сера совершенно случайно услышала разговор Бурака по телефону, и ей захотелось поддержать его в эту трудную минуту. Сера сказала Бураку, что ей прекрасно известно, как это жить без денег и пересчитывать каждую копеечку. В отношениях между Серой и Омером произошел небольшой разлад, и девушка сильно переживает по этому поводу. Только ей очень обидно из-за того, что любимый человек посчитал ее воровкой. Теперь Сера считает, что просто сама идеализировала Омера в своих глазах таким, каким на самом деле он не является. Омер считает, что он не способен кого-то любить, так как причиняет только боль тому человеку, который находится рядом с ним. Когда Омер стал делиться своими переживаниями с Бураком, то друг ответил, что находясь на его месте, не смог бы настолько сильно полюбить Серу. Омер хочет выяснить все про часы, которые находились у Бериджик. Помимо этого, в данное дело ввязался еще брат Асины. А Бериджик никак не хочет признавать того, что она проиграла битву за Омера. А мы напоминаем, что девятая серия турецкого сериала «Моя левая сторона» выйдет на экраны Турции 27 января. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.